20 июня 2023 год. Ты посмотри, как красиво молодой месяц и Венера. Да, конечно, телефоном тут особо не поиграешься, но уж что есть, то есть. Хоть зафиксировать это красотень, пускай даже в таком ущербном качестве. Красиво. А завтра, ребята, завтра, смотрите. Каждую ночь Луна смещается на 13 угловых градусов, то есть завтра этот молодой месяц будет чуть пошире, и он будет гораздо ближе к Венере, будет еще красивее, они будут совсем-совсем рядышком. Завидую тем, у кого будет оптика хорошая. Завтра 21 июня, вечером вот так, после 9 часов по Киеву, смотрите, если погода завтра позволит, можно будет снять, они будут очень-очень рядышком, не знаю. Наверное, будет месяц чуть правее Венеры. Вряд ли он 13 угловых градусов. Этот будет уже левее Венера. Скорее всего. Да, ну. Ты посмотри, он даже не фокусируется на месяц. Ну что ж такое? Ну ладно, как бы это не столько для просмотра, сколько для информативности, для информации. 20 июня 2023 год. Это сейчас Запорожская область под Орехово.